На Некрасовском путепроводе столкнулись два автомобиля. Во время аварии в одной из машин находился маленький ребенок. На секунду отвлекся, не успел среагировать, и вот ты уже участник банального ДТП, когда один водитель догнал второго. За рулем автомобиля Nissan Pathfinder находится девушка с маленьким ребенком в салоне машины. Она едет по улице Некрасовской со стороны столетия Владивостока к проспекту Красного Знамени. Движение на трассе плотное, машины едут с относительно небольшой скоростью. Как утверждает девушка, дальнейшее происходит мгновенно. Впереди резко затормозил автомобиль, я тоже затормозила резко. За мной следовал машина, не успел затормозить. В автомобиле Nissan Pathfinder врезается Subaru Outback, за рулем универсала мужчина. В отличие от хозяйки внедорожника, он не успел резко затормозить. В результате столкновения Subaru Outback получил серьезные повреждения. Покинуть место аварии машина сможет в кузове эвакуатора. Водители и пассажиры транспортных средств не пострадали.